200-летний дуб из Тверской области заявлен от нашего региона на конкурс «Российское дерево года». Это национальный отборочный этап ежегодной европейской акции под таким же названием. Она проводится с 2011 года во всех странах континента и с каждым годом становится все популярнее. Что касается представителей Верхней Волжи, то это 29-метровый так называемый царский дуб, который растет в парке Воксал областного центра. Позднейшее предание приписывает его посадку лично императору Александру I. Настоящий возраст дерева определен всего 7 лет назад. Установлено, что дуб родился в 1821 году. Все желающие принять участие в конкурсе могут проголосовать за него на сайте www.rosdrevo.ru до 1 августа.